Ребята, те из вас, кто хотят заниматься кинематографом, те, кто хотят стать режиссерами, приглашаю вас на наш факультет режиссуры, кино и телевидения Института современного искусства. Факультет у нас экспериментальный, необычный. Сейчас я думаю, что это самая интересная киношкола Москвы. В отличие от других вузов, где вы будете в течение 5 лет заниматься в одной мастерской с одним мастером, у нас создана экспериментальная система открытых мастерских, где вы в течение 5 лет будете заниматься с 5 разными мастерами. Система, которую мы предлагаем, она принята сейчас во всех ведущих киношколах мира. И в Соединенных Штатах, и в Англии, и во Франции занимаются именно таким образом. Если вы хотите быть в тренде, если вы хотите научиться действительно современному кинематографу, приглашаю вас в Институт современного искусства.